Не всякий студент придет в храм на службу, а вот пообщаться со священнослужителями на родной территории, в стенах учебного заведения, удобно для многих. После божественной литургии в храме святой мученицы Татьяны митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел посетил Политехнический колледж Когалыма. Владыка рассказал студентам о святой мученице Татьяне, которая является их покровительницей, ответил на вопросы и поздравил ребят с праздником. Я очень рад тому, что эта встреча произошла. Я думаю, что этот добрый контакт положит основание нашим встречам в дальнейшем. И действительно, есть вопросы духовные, душевные, в которых нуждаются наши молодые люди в добром совете, как разрешить некие вопросы и проблемы. Поэтому с радостью сегодня посетил и надеюсь, что будем периодически это совершать.